дам! Стой, остановись, не прыгай! Никогда так не делай! Никогда! А если бы ты упал со стула? Ой, мамочка, прости! Я просто эти шарики очень-очень хотел. Шарики он хотел, а меня так напугал. А ты у Света-то спрашивал разрешение эти шарики трогать? Нет, не спрашивал. Да это же общие шарики. Правда? Нет же. Видишь надписи? Мужик что надо, красавчик. Недостатков нет. Я думаю, она их купила, чтобы поздравить своих друзей, с которыми учится. А у них что, сразу у всех день рождения? Нет же. Сегодня же 23 февраля, день всех мужчин. Точно, наши садики поздравляли. А, я забыл. Ну вот, забыл он. Давай оставим эти шарики в покое, лучше чай попьем. Нет, я чай не хочу. Ну не расстраивайся ты так. Кушай, мой сладенький. Мам, я же тоже мужчина. Может, Света эти шарики мне купила, а? Если это так, то я очень сильно удивлюсь. Шариками охотишься? Я их что, для тебя купила? А разве нет? Нет, нет и еще раз нет. Я их купила своим друзьям, каждому по одному шарику. И поздравляешь? Ох, любимого брата. Это праздник для мужчин, а ты всего лишь маленький-маленький карапуз. Да и тебе незачем поздравлять. Как незачем? В садике всех-всех-всех-всех мальчиков поздравляют. Ну и пусть поздравляют. Света, так нечестно. Это твой любимый братик. Ну ладно, ладно, поздравлю тебя. И подарок подаришь. Подарю, подарю. Все-таки праздник 23 февраля. Ура, ура, ура. А я только заказываю гигантский подарок. Вымогатель маленький. Ну и где я возьму гигантский подарок? М? Я не знаю. Все, я не подглядываю. Давай мне гигантский подарок. Где он? Эй. Фух, жди. Сейчас что-нибудь откопаю. Что можно подарить этому маленькому крокозяблику, а? О, может, ему ежедневник подарить, рисовать будет? Нет, я тут уже писала, ежедневник не подойдет.
Ой, может, шапочку ему подарить? Я все равно ее больше не ношу. Хотя она ему велика будет, не подойдет. Может, духи подарить? Хотя он же не девочка. Вот это точно ему подойдет. Как хорошо, что я умею делать запасы. Богдан! Я иду поздравлять тебя с 23 февраля. Я готов! Та-дам! Богдашечка, поздравляю тебя с Днем всех мужчин. Это тебе. Опять? Почему опять? Я просил огромный подарок, а триттеры мне мама уже подарила. Ну я-то откуда знала? Но там внутри машинка, маленькая машинка. А ты же любишь маленькие машинки. У меня уже много маленьких машинок, а кукурузные палочки я уже ел. Слушай, сначала ты у меня выпрашиваешь подарок на мужской день, хотя еще маленький карапуз. Потом становишься недовольным от подарка, который я тебе подготовила. Знаешь что? Я его сама съем. Свет, ну посмотри на эти шарики и на эту пачку. Ну смотрю, и что? А то, смотри, какие шарики большие. А вкусно мама одна и маленькая. Так нечестно. Знаешь что, мой дорогой? Главное не размер подарка, а внимание. Я тебе проявила свое внимание. Я подарила тебе самый ценный подарок. А ты мне даже спасибо не сказал. Брат называется. Между прочим, ты меня поздравила, потому что я тебе напомнил. Ну ладно, ладно, ты прав. Прости меня, пожалуйста. Ладно, я тебя прощаю. Но я все равно хочу гигантский подарок. Ладно, зануда, будет тебе огромный подарок. Честно? Да, держись. Тыщ, пачка, в большую превратись! Ого, вот это я понимаю! Ну что, теперь-то ты доволен? Свет, а машинка там тоже увеличилась! Внутри. Откуда я знаю? А я посмотрю. Ну, и что там? Ого! Вот это да! Какая огромная машинка! Класс! Светочка, спасибо, я тебя обожаю. Ну вот, крокозяблик доволен. Ребят, как вы думаете, мы столько палочек успеем за неделю съесть?